Буря неспокойных новостей навалилась на нашу родину. Вынужденное решение президента Российской Федерации о частичной мобилизации, а точнее призыва резервистов для оказания помощи военнослужащим на Донбассе, заставило откликнуться всех неравнодушных. Дагестан со дня объявления о частичной мобилизации активно начал собирать и готовить солдат для отправки на спецоперацию. Данная ситуация вызвала неоднозначную реакцию народа. Кто-то патриотически настроен на победу и готов воевать за родину, несмотря ни на что. А кто-то поддался панике и страху, подпитанным провокационными митингами и дезинформацией. 30 сентября на территорию Луганской области под руководством главнокомандующего 2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР Исадулы Абачева по собственному желанию выехали председатель собрания депутатов города Каспийск Абдулвахид Джаватов, советник главы городского округа города Каспийск Казбек Демиров и полномочный представитель Республики Дагестан в Хабаровском крае Битуллах Исаев. Как отмечают представители дагестанских государственных структур, именно сейчас нашим ребятам нужна не только материальная помощь, но также и поддержка. Поэтому решение о выезде на спецоперацию было принято незамедлительно и безоговорочно.